Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале «Щепотка ням». Сегодня поделюсь рецептом простым, бюджетным для всех категорий граждан. Называется «Салат Баба Яга». Для этого нам понадобится простая обычная капуста, которую мы шинкуем мелко, ну, достаточно мелко, я бы сказала. После того, как порезали капустку, теперь нам нужно ее жмякать до тех пор, пока она не даст сок. Далее нам понадобится одна луковица. Лук аналогичным образом нужно будет резать на мелкие кусочки. Лучок порезали, теперь засыпаем его. И теперь заливаем крутым кипятком. Примерно на 2-3 минуты. После того, как лук постоял и немножко размяк, мы его смешиваем с капусткой. Так. И теперь уже кто во что горазд. Если любит майонез, может заправлять майонезом. Если любит сметанку, сметаной. Если в холодильнике масло есть подсолнечное, либо любое. В общем, смотря у кого какой бюджет. Я буду заправлять майонезиком. Можете посолить, поперчить по вкусу, но именно рецепт идет вот с таким майонезом. И теперь тщательно все это перемешиваем. Ну а если дома у кого-то найдется хоть капелька, хоть горсточка любых орешков, то это будет еще плюс. Я нашла у себя семена кунжута, поэтому я посыплю семенами кунжута. Можно перемешивать, можно оставить так, просто посыпать сверху. Вот такая вот получается у нас красота. Такой вот салатик. Помнится, в далекие студенческие времена в общежитии такой салат всегда очень-очень выручал. А какие вы знаете простые рецепты салатов? Поделитесь в комментариях.